Ну, нам кажется, что там будет сейчас два человека. Мы с Васей пока так и не поправились, поэтому сегодня пропускаем тусовку в барбершопе. Но Вася вот рисует открыточки, чтобы папе с собой отдать. И папа мог вручить кому-нибудь из тех, кто придет с подарком для Васи. Вася передаст частичку себя на открытке. Сердечек. Караул, сколько сердечек. Старается. В общем, сегодня у нас тусовка в барбершопе. И именно в этот день начались вонючие дожди. А у нас вся тусовка запланирована на улице. Плюс еще Василиса с Леной заболели. Просто как бы мероприятие года. Я везу подарки, но нам кажется, что там будет сейчас два человека. Мы несем подарки сами себе. Да. Так что сейчас будут веселые конкурсы с подарками для нас. Опять корпоратив получается? Ну, походу, да. Корпоратив под дождем сейчас у нас будет. Ну, что поделать? Напишите в комментариях, пока вы не досмотрели, как думаете, сколько сегодня будет человек? 5-3-0. Ничего не снимает, но что-то видно. Чуть больше народу, чем я ожидал. Примерно на сколько? Примерно на 5 человек. Все, не снимаю, мне стыдно. Есть такое, да, чувство, что не знаешь, что делать? Да. Все, я сейчас все ей передам. Ого, да. Спасибо большое. Что случилось? Ты что? Тебе бороды не хватило? Какой ужас! Тут татуировки бьются. Да, я говорю, это классно. Ужас. Просто хотел футболку, денег нету, поэтому так решил. Какой кошмар! Нормально, да? Это кошмар! Так, никто не промок еще здесь? Нет, пох. Нет, всем здравствуйте! Васька с Леной приболели чуть-чуть. Не забывайте, у нас сегодня будут конкурсы, и мы будем разыгрывать всякие прикольные призы. Так что участвуйте, у нас будут конкурсы, господин ведущий. Да, разыгрываем шпагу, держи, тебе. Нет, нет, вот тебе, нет, стой, аккуратно. Назад, вот. Ура! Я видел, кто-то поднял табличку «Хочу в прятки», да. А вы мужчина или девушка? А, я по ногтям вижу, что вы девушка. Вы в прятках, давайте, все. Нам нужен ваш контакт. Нам нужно еще 4 человека. Вау, что-то очень много людей. О, я во влоге. Здравствуйте. Да, тебе. О, спасибо большое. Это мне? А тебе? У меня доча кое-чего никогда в жизни не видела. И я решила, это должно случиться. Василечек, тут привезли тебе подарочек. Вася сегодня себе сама прическу сделала. Оцените, что тут у нас. Это подсолнухи. Но это еще не все. Помимо твоих любимых подсолнухов, тут приехала, знаешь что? Что? Аккуратно. Прическа у тебя прям пушка. Помнишь, мы с тобой разговаривали о том, как выглядит подсолнух, у которого выросли семечки? Да. Это он. Такой. Это подсолнух с настоящими семечками. Офигеть! Я когда первый раз такое увидела, мне так это понравилось, меня так это впечатлило. А тебе как? Скупорски. Я никогда такое не видела. Я знаю. Мне так хотелось, чтобы ты увидела. О, смотри. Она зернышко вот это. Выпала. Да. А ведь кто-то съел по дороге. Курьер по дороге сгрыз. А что еще яйца, мам? На улице дождь, и Вася сидит под зонтом, грызет семечки из-под сока. Это подарки от наших суперпартнеров! Да!
Вот эту! Весь этот месяц у нас тоже сейчас будет пару конкурсов с крутыми призами, так что не расстраивайтесь, что у вас нет в этой рулетке. Все впереди. Дайте шума! Миша! Миша, 18, 18! Подождите, у меня есть специальный конкурс для всех. Поэтому сейчас а вообще не слышу ничего. Когда стоит дата ПДР? Одну секунду. Вот девушка как, где-то там сзади очень громко кричит что-то и прыгает. Что она кричит? Девочка в розовом, да? Да, где-то там в самом конце. Пропустите. Чуть-чуть подвинемся, пожалуйста. Что вы сказали? 11 декабря. Спасибо. Правильно, мы выиграли. Поздравляем! Держите. Это он. Поздравляем. Поздравляю тебя, Тампо. Поздравляю тебя. Ура! А можно задание дать? Знаешь, какое? Какое? Да, давайте. К микрофону. Задание, чтобы они могли... Тише всем! Стойте! Вася... Ой, Вася отсоединилась. Сейчас. Давайте вопрос потяжелее. Кто скажет точную дату день рождения Артура, тот получит колонку Алисы. Когда? А я могу! 18 ноября! Нет. 18 декабря! Нет, давайте я упрощу задачу, только без суеты. Это январь. Это держите. Друзья, я держу энергию, мне передали, сказали отвезти Лени с Василисой. Все, вечер закончен, это было легендарно, спасибо большое. Легендарно, как Анастасия, спасибо. Жестко надарили, друзья, спасибо большое. Это мы еще не все взяли. А? Это половина. Половина? Еще половина в барбершопе осталось. Офигеть, пойду сейчас девчонкам нести. А завтра будем заказывать еще курьером из барбершопа. Только добра. А это нам с Андреем, это все, да? Ножницы для волос. Спасибо. Подписывайтесь на канал VlogSquad. Они к миллиону идут. Настал тот день, когда мы сейчас будем смотреть все ваши подарочки. Я сейчас почитал комментарии к предыдущему влогу и чуть-чуть напрягся, что некоторых людей задело, что я там Лене говорю, что у нее большая нога, что у нее колокольчик, как у коровы. Вот, и я... Там написали в комментариях, что если она не реагирует, не значит, что ее не задевает. Я даже спросил, Елена Сергеевна, честно, задевает или нет? Друзья, у меня все прекрасно с самооценкой. Меня не задевает это нисколько. Это юмор моего мужа. Я его люблю, и я с ним уже 19 лет я уже люблю. Поэтому не переживайте. Это только юмор и не более. А мы же из-за этого впервые расстались, вот когда там месяц встречались, потом мы расстались. Ровно из-за подобных шуток. Но потом, как бы, она приняла меня, я принял ее, и все нормально. Это действительно в нашей семье, ну, такая манера шутить. Вот такие мы, знаете, отцовские шутки такие. That's joke, самые настоящие. Мои шутки же не входят во влог многие, которые тоже могли бы написать, что задевают Дениса. Да, я видел там один комментарий, почему так жестоко по отношению к папе. Да, между прочим, вот это вот, то, что с водой мы сняли видео, там все говорят, так жалко Дениса, блин, Лена так жестко его разыграла. Ну, хотя он же шутит постоянно над ними с Васей, по делам ему. Вы же змеи. В общем, скорее всего, друзья, возможно, вас просто затриггерило, вы спроецировали это на себя, это отношение к вам. Извиняюсь, что так получилось, но это как бы... Это повод задуматься. Ну, на самом деле, хороший. Да. Ну что ж, а теперь переходим, во-первых, самое главное, смотрите, оп, Кукаяка, Аск Василенсяга. На сайте kukayaka.com, друзья, переходите, это лучшая одежда. Очень давайте начнем с того, что очень красивый пакет. Я такой пакет никогда не встречала. А еще? Там орехи. Орехи? Не орехи, а... А, это шишка байкальская. Да. Это девочка вчера передала, я помню, она сказала, это шишка с Байкала. Она сказала показать Васе. Шишка с самого Байкала ехала тебе. Вау. А
один момент. Я не запомнил имена всех, поэтому если есть открытка, мы прочтем. Если нету, то извините, не помню всех, кто передавал. Лена, Денис, Вася, вы такие офигенные. Я просто восхищаюсь вашей семьей. Вы доказываете всему миру, что любовь существует. Вася, это тебе поросенок, которого я связала сама. Вау! И творческих успехов. Поросенок и шишка разные люди, по-моему, дарили. Складывали все подарки в машину, Влад и Андрей. И они сказали, что они что-то еще не положили, поэтому какого-то подарка может быть здесь не быть. И мне надо бы сесть в барбершоп за ним. Еще кислые червячки есть. Следующего выбирать, Елена Сергеевна? Я хочу пакет с кактусом. Тут магнит из гипса. Йоу! Переводные татуировки. Вау! Это игра еще из двух сторон. Надо шариком попасть в самый центр. С Flying Tiger, да, магазин очень похож по упаковке. Алмазная мозаика! От меня тебе с любовью. С огромной любовью, Даша. Здравствуй, Лена, Вася, Денис. Слежу за вашей семьей уже очень давно. Я даже подсадила родителей на ваши прекрасные влоги. Вы самая искренняя, позитивная семья. Каждый понедельник, среду с утра жду ваше видео. Они очень заряжают и мотивируют. Спасибо вам за то, что дарите мне такие эмоции. Нам. Понедельник, среду? Каждую понедельник и среду с утра жду ваши влоги. А субботу? А субботу? Ты забыла про субботу. Так, ко мне вчера подошли ребята и сказали, что, по-моему, вот про этот подарок они сказали, что этот подарок, такого вам никто не дарил еще. Ого! Написано. Денис, Лена и Васюша. Пишет ваш Денис и Викуля. Нам тоже чуть-чуть за 30. Ну, нам чуть-чуть за 30. Самую малость. И мы смотрим все ваши влоги. Спасибо вам за еженедельное настроение. Вы очень крутая семья. Хотим небольшими подарочками выразить всю свою благодарность. Надеемся, вам всем понравится. В каждом подарке есть личное пожелание для вас. С любовью, семья Рулевых. Или... Я, кстати, поняла, что вот это вот мамина. Вот написано Лена. Написано Вася. Это Вася. А мне банка! Тяжелая какая. С медом! Банка. С Новым годом, с медом! Мне единственное не подписали. Лена, спасибо тебе за твою искренность, твой смех, всегда поднимает настроение. Смотрите, у меня тут написано кукаяка. Но вы никогда не поверите, что подарили мне. Попробуйте угадать, что подарили мне. Человек явно меня знает очень хорошо. Это идеальный подарок для меня. Почти мед. Это кабачковая игра. Странно, что она не в стразах. Блин, это было бы... Ну, это, во-первых, это 10 из 10. Но если бы это было 11 из 10, если бы это было бы кабачковая игра, инкрустированная полностью камнями Сваровски. Так, теперь смотрите у меня. Денис, мы подумали, что ты не носишь стразы, но приятно тебе сделать хотелось. Поэтому вот, знаем твою любовь к кабачковой игре. Надеемся, тебе будет вкусно, и ты очень крутой. Спасибо за твои влоги с семьей. Блин, спасибо большое. Давайте теперь смотрите у меня. Давайте. Смотрите. Это я понимаю. Конфеты. По дороге съел еще одну конфету, еще одну конфету, еще одну, еще пошла конфету, еще съела. Открытку я доверяю мне. Дорогая Вася, мне бы очень приятно, хотелось бы, пусть у тебя будет резинка и еще армалет. И там еще... Васюша, ты замечательная малышка, будь всегда здорова. Мы тебя очень любим, ты супер. Пусть эта резиночка украсит твои волосы. Сейчас. Сияешь, как суперзвезда. Теперь Вася выбирает подарок. Федя. Тут, да, Федя, не смотрите, я хочу открыть здесь игрушка. Федь, тебе подарок приехал. Федь, идешь? Идет, близко. Ну а чего, нет, ничего пожрать. Иди, тебе. Жесть. О, унес. Конфета. Шоколад. 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 Обсосать, да не обсосать. Это Артем, я мечтала. Артем? Спасибо, кто подарил такое. Артем, это Артем, я мечтала. Вася, между прочим, когда встречает собак на улице, она каждый раз гадает, какую она себе купит, когда вырастет. И хочешь, она скажу, как я назову ее? Она говорила про вот этих вот мопсов. Это же мопс, да? Мопс. Я хочу. Посмотрите. Посмотрите, какая довольная собака. Он грызет свою косичку новую. Что для счастья надо собаке? Сейчас, отдыхай. Ну, я открываю следующий подарок. Это мне папа. Это детская ГИБДД? Меня зовут Лиза, мне 11. Мне очень нравится ваша семья. Вы очень красивые, позитивные, милые и клевые. Вася вообще звездочка, Лена тоже очень красивая, а Денис очень модный. Ну вы поняли, вы лучшие блогеры Ютуба. Я очень рада, что попала на вашу фан-встречу. Вы лучшие. Спасибо большое, это очень приятно. Лиза, она еще и нас нарисовала тут. Тут, между прочим, брелок А4. Браслетик. Вау. Спасибо, кто это делал. И к тому браслетику бусики. Жестко круто. Безумно мило и просто... Спасибо большое. Смотрите, человек оценил.
Посмотрите на нас и посмотрите, какой у меня там живот. Я беру вот эту, самую большую, с цветочком, с розочкой. Итак, что у нас тут есть? Какая-то игра с ракетой. Тебе нужно сразиться с противником и угадать три карточки. Если ты будешь угадывать слишком долго, карточка на твоей голове вылетит. Это мы используем в обломах. Угадай, кто я, пока карточка не вылетела. Это прикольно. Прикольно. Слушайте, это очень клево. Мы обожаем вообще игры семейные. Здравствуйте, меня зовут Диана, мне 11 лет, я давно за вами наблюдаю, я вас люблю. Когда я сажусь смотреть на вас, у меня всегда поднимается настроение. Я поздравляю с 1 сентября и желаю успехов в учебе. Ну вот такая... как мило, снова 11 лет, так здорово. Смотри, как мило сделали. Так, я хочу узнать, от кого Майнкрафт? Я в такую игру не играю. Как игра называется? Майнкрафт какой-то. Я не знаю такую игру, сейчас посмотрим. Какие красивые цветы тут нарисованы. Так, сначала мы открываем. Можно я прочитаю? Сейчас. Привет, любимые кукаяки. Меня зовут Алена, обожаю вашу семью. Сначала следила за Денисом, когда вы только встречались. Обожаю группу Хлеб. Денис самый лучший рэпер мира. Вау. Офигеть! И понимать, что мы с мужем тоже успеем, и все у нас получится. Простите за почерк, пишу в спешке. Это вам подарочек от меня, Лене и Васе. Я год назад начала делать сумку и украшения. Думаю, пора этим делиться с миром. С любовью, Алена. Мам, это мне. Алена, жестко круто. Я думаю, что эта сумка для меня. Потому что вот для тебя. Посмотри, какая прелесть. Потому что это больше. А да, у тебя, смотри, здесь внутри еще кто лежит. Хотя, на самом деле, вообще не удивлюсь, если можно сделать вот так. У Васи вот это, а у меня вот это. Но только Мишка, это супер мило. Спасибо большое. Я очень рада, что так получилось. Мы обязательно подпишем, Алёнка. Вот это здесь сейчас уже видно. Муними бренд. Спасибо большое. Для Лены еще отдельные бусики. Очень круто. Друзья, кто хочет сделать клевые подарочки кому-нибудь, вот, пожалуйста, мы не брат, переходите. Мы поддерживаем малый бизнес. Присылайте нам свои истории из малого бизнеса, мы будем его поддерживать. Так, что следующее я? Я хочу открыть маленький. Письмо кукаякам. Привет, Васьки, Денис и Лена. Меня зовут Кира. Я вас очень сильно люблю. Смотрю каждое ваше видео. Федя. Вы лучшие. Федька вот здесь с этой стороны нарисован. Ну это... Из него пахнет ванилью. Хорошо, да, что у меня запахи есть. Здесь. О, дуя. Крем для рук. Подожди я. И молочко для снятия макияжа. А тут, не знаю, что это. Жестко приторчал со своей косички вообще. О, перепал мне. Спасибо, Лондон джентльмен. Мне кажется, просто каждому, типа, видишь, тут для рук, для снятия макияжа. Я думаю, что ванильный кремчик для рук для Васи. Спасибо большое. Мне для снятия макияжа, тебе, наверное, для укладки что-то. Спасибо большое. Вот такие добрые, такие молодцы. Все вот собрались, приехали, так, какие-то подарки придумали, подписали каждый подарок открыточкой. Это просто великолепно. Беру. Так, аппликация со стразами. Петька, смотри, какой у тебя. Пуф, пуф. Кто это? Пуф, пуф. Погодите, это кто? Собака. Да какая-то собака? Объясните, кто это? Это медведь? Это собака. Это медведь, но почему он стоит так? Это же медведь по голове. Это медвяха. Он невероятно мягкий. Пощупали? Да, очень мягкий. Очень мягкий. Модное украшение, сделай сама. Все, у Васи сегодня дел просто, караул как много. Я сегодня еду читать рэп. Весь текст забыл, прикинь. Если бы была наша песня, было бы неплохо, конечно. Так. Едем. Ой, стук-стук. Я думаю. Ратибор толкается. Беломор толкается. Мы все еще не придумали имя. Я хочу. Уже... Но у нас уже есть, как это называется? Наметки. Наметки уже, да, появляются. Есть то, что отозвалось. У кого есть предположение, какое имя отозвалось уже у нас? Оно пока одно. Можете написать в комментариях. Сразу скажу, это не Ратибор, если что. Я вам сразу скажу, что это без буквы «Р». Да, кстати. Я хочу сказать, сейчас не лезь туда руками. Кто? Кроме тебя никто не делает так. Это ты одна. Может я два тоже покажу, да? Может я еще? Это мне, это может я. Смотрите. Жаба Валентина. Ну сразу понятно, тебе, да? О, это же что? Это за это нам с ней, за Денису. Бомбочка. На ней написано Ваське. Иван Чай. Фу, я выдохнул. Фу, полная. Спасибо большое. Иван Чай прислали мне. Тебе. О, я фанат масок. И этот человек знает об этом. Круто. Понюхай, очень вкусно пахнет. С оливками. С
алоэ пакетом и с медом. Записку, давай. Ням-ням-ням. Прочитай записку. От Орлова Софии. Орлова София, спасибо большое. Орлова София, спасибо. Дорогие Денис, Лена и Василиса, здравствуйте. Я ваша давняя фанатка. Обожаю смотреть ваши видео и любоваться вашей семьей. Пишу это, смотря ваш влог. Когда я вас смотрю, мечтаю, чтобы моя будущая семья была такой. Моя мечта — попасть к вам на съемку «Пряток». У меня есть на это надежда. Это моя мечта. Очень сильно вас люблю, очень хочу попасть в видео. Спасибо большое. Андрей хотел что-нибудь забрать. Аж выпал. Ой, да то, о чем ты мечтала. Ногти. Дорогие Лена, Денис и Вася, спасибо за ваш контент, тепло и любовь. Вы очень вдохновляете, мотивируете. По скриптам, я визажист и мечтаю сделать образ для Васюши и Лены. Инстаграм Соня Братайлей. Соня, это на... Извиняюсь, если неправильно произношу, но мне кажется, это она на фотографии. Это на Елене Сергеевне, да. Помнишь такую девушку? Да, да, да. Соня, мы видели с ней, да. Вася, она делает макияж, дочь. А я, тут духи. Ой, какая прелесть. Ой, это какие-то духи, которые, мне кажется, были у меня в Дубае. Это же этот, хорошая девочка стала плохой. Прикинь, реально это они. Это не хорошая девочка стала плохой, а это Love Don't Be Shy. Ну-ка. Только у меня здесь с ноткой... Ну, здесь чуть по-другому. Здесь с арабской ноткой, да, потому да. что... Но суть в том, что это реально они так пахнут. Представляете, детские духи пахнут как Киллиан дорогущие. Как вам такое? А, потому что это Киллиан, а это Hello Kitty. Hello Kitty Velvet Dance. Жестко круто. Следующий пакетик я беру. Это бомбочка! Вася, не кидай только эту ванну. О, без кота жизни-то real talk. Так, Кукаяки, привет. Я хочу сказать вам спасибо за то, что вы делитесь своим творчеством. Я очень люблю ваши видео, никогда их не пропускаю. Вы очень талантливый, забавный. Надеюсь, что у вас все будет хорошо. Спасибо большое. Отдельное спасибо хочу сказать за мерч. Качество отличное. Марии, нижнее подчеркивание, КВ. Спасибо большое, Мария. Про пряник хочу рассказать про тебе. Да, приехали вчера ребята, которых я встретил вот здесь, когда я рассказывал, что ребята в футболках с первого дропа были в Силенсиаго вдвоем. И я еще пошел с ним обниматься и сказал, что я их смутил. Ага. Они сказали, что я их не смутил, они мне привезли пряник. И вчера у молодого человека, этой девушки, который в футболке был, так. У него был день рождения, и она просто... в виде исключения сделать сюрприз ему и взять его в прятки. И я его взял в прятки. Ого, в прятки. Круто. И они из Тулы. Они спросили, а ты скажешь, что это тоже из Тулы? А я, у меня же родственники в Тульской области. Да, я сказал, что город Ефремов. И они такие, ооо, тульские пряники. Прикольно. Да. Тульские пряники самые вкусные пряники. For real. Big facts. 100% вообще. А теперь я. Вот такой есть альбомчик. О, наклей. Я знаю такую, я знаю такие вот наклейки. Куроми. О, какая красота. Ой, ты какими сплела? В хайдерфрут и в этом. Хайандерфрут. О, лунат. О, это да. Это соленая, да? Ой, сладкая, кислая. Кислая, да. О, это походу что? О, это явно мое. О, это лень написано. Бутылочка вина. Бутылочка вина. Я хочу пить вино. Какая прелесть, божечки! Ну, а что мне? Привет, Лена, Денис и Василиса. Я очень хотела с вами увидеться. Это была моя мечта. Очень люблю смотреть ваши влоги. Денис, не обращай внимания на хейт. Лена, надеюсь, что Денис подарит гелик. Записка Артуру. Записка Артуру. Артуру! Это вот на этом было? Да. О, надо Артуру передать. Зерница. Глаз, глазури печень традиционно. Так, ну... Понятно, это кому-то из тебя. О, Денису! Хлеб! А кому? Это хлеб! Артуру написано. О, Артуру, тоже. Кольцо! Дай. На что это кольцо ему? Неважно, Артур разберется. На пальчик, будет. А что почему? Такая какой стильная, смотрите, как я покажу. Так видно как-нибудь. Артур, тебе кольцо. Подарки, вы видели, как круто? Мне кажется, он так обрадуется. Жестко круто, спасибо большое. Ой, блестящий возьму. Ой, сколько тут всего интересного. Жесткий стиль. Письма. Письмо. Всем привет. Меня зовут Арина. Здорово, Арина! Я подготовила подарок. Лена, тебе синий пакетик. О май гад! Какая красота! Что это? Это как будто бы слюду. Слюда? Тут какие-то бусики, брелочки. Вау. Дэну? Ну, найдешь свой. А, о, да. Открывай. Это что? Что это такое? Давайте прочитаем. В этом есть какое-то пояснение? Это просто браслетик, это браслет, который завязывается, наверное. Прикольно.
Спасибо большое. Блин, как креативно написано. Челлендж, съешь конфету и не заморщись. Я бы сделал это легко и выполнил этот челлендж. Но у меня сейчас челлендж в процессе. 30 дней без сахара. Я сейчас на 17-м дне, так что сохраним это. Может быть, потом попробую это сделать. Спасибо большое. Браслет стильник. Давай я сделаю челлендж. Это мой челлендж. Вот ты лезешь в мои челленджи. Не надо, девочка моя. Ну, Васюша, это тебе. Все, что еще останется в пакете, все для Васи. А слушай... Офигеть! Здесь. Дэн, если что, прости, людей, мужчин рисовать не очень умею. По-моему, у тебя круто получается рисовать мужчин. Я следующий пакет, да, выбираю? Ё-моё! Сейчас, дайте вспомнить. Это вот, ну, блин, вот это кто-то дарил отдельно. И, по-моему, сказали, что вот этот букетик для Василисы. Вот ко мне девочка подошла и сказала, этот букетик для Василисы. Блин, по-моему, для Василисы. Не, по-моему, не для тебя, а для Василисы. Боже, какая прелесть. Это точно для Василисы. Васюша, выздоравливай скорее и радуй нас вновь своей лучезарной улыбкой. Маша. Маша, спасибо. Мне очень нравится такой пакетик. Он очень вкусно пахнет. Следующий пакет тут очень интересный. Он такой худенький. Но тут пустой, ничего да, нету. Да. Что это? Ой, это ребенка на лицо будем класть, когда родится. Сейчас с глаза. Что это? Записка, наверное, объясним. Завертка. Елена, Денис и Василиса. Обожаю ваши влоги. Вы самая веселая семья в мире. Не видела душевнее людей, чем вы. Спасибо, что помогаете своими роликами в нужный момент. От Тарасовой Дианы. Спасибо большое, Диана. Ого, сколько много сладкого. Вау, вау. Ого. От Леры. Бусы и браслет делала сама. Надеюсь, понравится. Привет, семья Кукаяк. Здесь тоже написано карандашом, потом сверху обведено ручкой. Не могу, это так мило. Это я просто вспоминаю себя, как я в школе. Всегда ты пишешь сначала черновик, а потом делаешь чистовик. Дэн, тут написано Дэн. Спасибо большое, круто. Вася, тут написано Вася. У меня красненький пакетик. Открываем его. Вау. Записку. Маме. Левопар. Лена и Вася, желаю вам скорейшего выздоровления. Надеюсь, Васе понравится такой небольшой подарок. Немного сладкого для поднятия настроения. И новый друг, который будет защищать тебя от грусти в пасмурные дни. Спасибо. Спасибо. О, шоколадка. Ой, с коровой. Шоколадка. Шоколадка с коловой. Записка. Ты представила, что как Адель конфеты, можно сделать эту милку и можно взять коровой. Скажи, кто это? Просто все подарки с твоей игрушками. Ой, какие хорошие. Привет, Денис, Лена и Вася, вы лучшие. Смотрю вас очень давно. Этот подарок для вас. Надеюсь, вам понравится. От Даши. О, красочки. Красивая открытка. Василиса и Лена. Мы две Ани из Самары. Уже 5 лет занимаемся созданием украшений с настоящими цветами внутри. Несколько лет подписаны на ваш канал и смотрим все-все влоги. Поэтому, оказавшись 2 сентября на празднике, мы не могли прийти. С пустыми руками и от нашей небольшой, но дружной команды хотим подарить вам украшения. С любовью, Твен Стор. Ой, какая прелесть, какая красотища. Ой, это походу смотрите, тебе, да? Это сережки. С розовой гипсофилд, прям цветочки внутри. Сережки. Это тебе или мне? Написано, что Васе и Лене. Соответственно, если мне... Ой, божечки. Это, походу, тебе, да? А это тут мне. Тут еще сережки. Я так думаю, что это сережки тоже тебе. Просто нужно ушки сперва проколоть. Еще сережки. И какое-то невероятное кольцо. Кольцо? Кольцо, колечко. Посмотрите. Вот это, круто. Походу, вот тут маме. Еще какая-то записка. Куда тут маме? Еще конверт. И тут разные наклейки. Ты лучшая, все хорошо, ты можешь, действуй. Ой, еще вариант. Прям в роддоме. Короче, голова маленькая. Ой, боже мой, конфета. Со вкусом колы. Колечко со звездочкой. Дай скорее пальчик свой один. Я! Ого, какая смешная штука. Ничего, нет записки? Записка имеется. Смотри, пап, посмотри. Ого. Записка заклеили, написано «Кусь». Лена, Денис и Василиса, вы самая крутая семья. Обожаю вас, желаю вам еще больше счастья, здоровья вам и малышу в животике. Спасибо за ваши видео.
Они очень интересные, топ-топ, помогают поднять настроение. Вы самые крутые. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Так, стоп, ну образовалась проблема. А что, все? Я помню точно, ко мне вчера подходила девочка, и из небольших подарков она передавала коробку с такими с пирожными. Да, да, я забыла, я же убрала в холодильник. Это я вчера увидела. Целая коробка. Тут такие на палочке, видите, такие, как эти, как мороженые. Да, две коробочки, а второй что? Как будто бы... О, кстати, это замороженное можно, как мороженое. Записка. Кукаряком. О, еще мороженое. Она сказала, что она это делала сама. Послание моим любимым кукарякам. Денис, с твоим творчеством я познакомилась в 13 лет. Как сейчас помню, я тогда услышала песню «Хлеба Камерун». Сейчас мне уже 20. Лена, с тобой я познакомилась в 21 году. Тогда я поняла, что ты пример настоящей леди. Я испекла для вас невероятные пирожные. С голубикой это чизкейк. Без нее пирожная картошка. Лена и Вася, выздоравливайте скорее. Если вам понравится или не понравится пирожные, дайте знать. Вика, спасибо большое. Спасибо огромное. Не вовремя, я, конечно, решил сахар без сахара челлендж провести. Столько всего сладкого передали, столько всего вкусного. Друзья, спасибо вам большое. Осталось еще несколько подарочков в барбершопе. Мы их потом заберем, мы тоже обязательно посмотрим, покажем. Но вы, конечно, просто чудо. Вы столько потратились и столько внимания. Столько сил вложили в это добра, своей любви. Это просто потрясающе. Мы все это прочувствовали в каждом пакетике. Любовь, добро, пожелания. И столько вообще, столько вас всех в этих пакетиках. Это так клево, так приятно. Спасибо большое. Спасибо большое. Влад с канала Влогсквак привез нам... А, кстати, у меня написали, там были ребята с канала Влогсклад. И кто-то написал, блин, я предлагаю ребятам переименоваться с Влогсквад на Влогсклад. Влад с канала Влогсквак привез нам оставшиеся подарки. Две коробки, это имелось в виду, оказывается, полностью набитые две коробки. А, кстати, здесь в подарке был паук. Может, он подарил паука, друзья? Кто нам животное принес? Так, сейчас разберем и начнем. Продолжение. Что это такое? Объясните мне. Меня зовут Оля, мне 22 года. Смотрю я вас давно, всегда счастлива, когда выходят ваши видео. С удовольствием их смотрю. Решила подарить Васюше и будущему малышу игрушки ручной работы. Думаю, вам понравится. Я вязала с любовью, надеюсь, что мой подарок попадет в видео. Это было бы замечательно, если нет, я не расстроюсь. Мне все равно будет приятно сделать другого человека счастливым. С любовью, ваша подписчица Оля. Оля, спасибо, Оля, большое. Спасибо огромное. Спасибо. Кто-то очень хорошо меня знает. Знаете почему? Потому что они знают, что я фанатка масок Дарлин. Блин, и самое интересное, что сегодня меня спрашивали, какой мой фаворит этих масок. И там вот эти две, это прям мои фавориты. Представляешь, у нас был бы такой канал, такой блог. Ты такая, ой, меня так хорошо знают, мне подарили гелик. Люди дают шанс тебе. Да, я понимаю, люди меня как бы тут воспитывают. Тут есть просто невероятно. Ого, какие треугольные сосалки. Вась, смотри. Ёкала мане. Ой, как ты любишь. Масочек много не бывает. Лена, это для тебя. А Василиса сладенькая. Обнимаю, ваша подписчица Соня. Ух, так я знаю такой леденец. Соня, спасибо большое. Мы вчера подошли, вот так сказали, вот так вот, пожалуйста, вот так держите. Вот так вот здесь. Все разваливается, поэтому я хочу это открыть. Да, дождь, все намокло. Ой. А вчера у тебя кофе полилось, потому что ты как раз какие-то подарки держал. Может быть, вот как раз на этого человека я полилось. Я просто видео видела, кто-то выкладывал, что ты там что-то у тебя полилось. Да, я начал давать подарки, я начал забирать. Я растерялся. Да, и у меня полилось. Ой, какая прелесть, это с зайчиками. Посмотри, какая милота. Это не колготки, это ползунки называются, да чё? Маме, духи. Ясельные ползунки. Духи тебе. Ого. Машинка тебе. Шанель шоколадная, огонь. Лене, Денису и Васе от семи. Боже... Это ты, твой, давай, ты вообще такой специалист. Боженю. Боженю или Боженю. Маша, Катя и Глеб, спасибо вам большое. Вы лучшие блогеры, спасибо огромное. Так, теперь я. Вася, тебе прям сахар подарили. Да, да, да. 3 тонны. Мои масочки, масочки. Ты такую сходку делаешь, у тебя на год просто закрыт по сахару и по маскам. Жестко. Увлажняющая маска, превращение. Стань улетной красоткой. Вот это я... С этого завтра день начну. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, это прям настоящее, если что, тут земля просыпалась. Лене от Вики Шутовой. Будьте счастливы. Это что, у меня букетик? Покажи в камеру скорее. Какой маленький. Ого. Озон? Маршмеллоу на палочках. Раз. Thank you. Маршмеллоу на палочке. 2. Thank you.
Влад А4 бокс. Василиса, солнышко, когда ты была совсем маленькой, а у меня еще не было магических способностей, я загадала познакомиться с тобой. Уже тогда я знала, что в каждом из нас живет магия и волшебство. Сегодня я пишу это для тебя и плачу от радости, потому что мир всегда слышит о наших мечтах. Я верила так сильно, что мне отвердится... Вот здесь вот я запнулся. Отвердится стать... Слышь, в наших мечтах я верила так сильно, что мне доверили стать доброй феей и передать лично для тебя эти послания. Васюша, верь в свои мечты. Твоя фея Настя Пога. Пога? Настя Пога. Настя. Настя Пога. Настя Пога. Спасибо большое. Мама, это тебе. Что ты решила? Это чистый хлопок. Ух ты, понюхай, это свечка. Очень круто, я люблю такие штуки. Сегодня перед сном обязательно зажгу. Буду читать Васе сказки. Открытку почитали? Я! Это комар! Это комар! Остановитесь, пожалуйста, на одну секунду. Это открытка от той, от того подарка. Дорогие Лена, Вася и Денис, мы с командой Candle Shop давно следим за вашим творчеством. Мы очень вас любим, поэтому хотим сделать подарок свеча с ароматом хлопка. Команда Candle Shop, спасибо большое. Боже. Ой, это комар. Я не люблю комаров. Мне кажется, это муха, а не комар. Нет. Это комар. У комара нос. Здесь нету. Это муха. Ой! Открытка какая. Здравствуйте. Меня зовут Миша. Мне 10 лет. Я люблю вас смотреть. Мой канал супер. Миша, супер, нижнее подчеркивание, Миша 220. Желаю здоровья и счастья. Так мило. Супер Миша. Супер Миша. Супер Миша. Супер Миша 220. Спасибо большое, друзья. Перейдите на канал, посмотрите, что там у Миши. Поставьте ему большой пальцем. Поставьте ему лайкусики. От нас. Гусь. Иди сюда. Папа, папа. Мам, а тут ничего нет, тут только гусь. А у гуся, смотрите, там где... Тихо, у него передник. Да, в паху что-то прячется. Ничего не прячется. Ничего не прячется, но можно спрятать. Не факт. Дорогие кукаяки, более младшая чушка – это я. Я очень вас люблю. Спасибо, что вы есть. Более старшая чушка – Видеогров. Она также вас любит. Если вам скучно, то знайте, мы вас любим. Mm-hmm. Знаете, мы скоро еще увидимся. Это 100%. Почему чушки? Я ж дело писала. О, какие красивые стикеры. О, это написано, смотрите. Папина дочка. Мы маленькие дети, нам хочется гулять. Вот книжка, которая... Я так хочу, чтобы лето не кончалось. Ой, как круто. А можно мне такую наклейку? О, это как его, шарфик, это платок шарфик. Это снутку или еще? Снут? Да. Снут-дог. Как много вы всего положили, кошмар вообще. Да конечно, такая большая кожуха. Даже фантик от жвачки здесь лежит. Когда решили положить жвачку, то потом передумали. Так почему? Это может быть лавыс. Прочитай, что за лавыс, может быть это что значит. Любовь – это быть под одной крышей. Вот видишь. Вот видишь, съели жвачку. Вот видишь, нет, они положили что-то как открытка. Да. Ой, московский ювелирный завод. Да вы... Маме. Блин, может, вы что? Может это не только от них, может быть туда положили еще какие-нибудь маленькие. Ну фантик от жвачки точно. Да? Ой, папа, тебе. Ёкала моя, тут еще от Соколова что-то. Просто на ювелирку люди тебе? Разорились. Так, от Соколова. Какая девочка, смотрите, красивая. Серебряная, папа, наверное. Тебе сейчас. Еще какое-то украшение. Какое-то яблочко. Обалдеть. Еще вот такой джойстик. И вот такой антистресс, который надо крутить, жмать, жмать. О, я обожаю такой. Жмай, крути. Это чтобы тренировать память. Реально? Да. Как круто. Ну, надо где-то... нажимать ровно те, тихо, которые загораются. Тихо. Это запал. Запал! Туже. Да нет, туже я имела в виду, которая дальше. Антистресс называется. Выбесил он нафиг. Все, давай, Вася открывает. О, бенгальские огни. Бенгальские огни, я думала конфеты. Жевательная резинка с кислой пудрой. Вот эта штука. Что это? Это какие-то, стоят какие-то наклейки, я вижу. О, это какие-то стикеры. О, это мое любимое. Раскопки и художественные. Мое любимое раскопки. О, письмо. Здравствуйте, кукаяки, я за вами давно слежу. Создала про вас фан-аккаунт в лайке. О, спасибо кукаяки, большое. Ник Василин Сикс. Надеюсь, вы на меня подпишетесь. Я вас всех очень люблю. Вы очень классные ребята. Продолжайте топить. Лене желаю облегченных родов, а Ваське успехов в учебе. Денис, ты тоже очень классный. Имя Каусар.
Спасибо большое. Я подписана на вас везде. В лайке, в ТикТоке, в Телеграме, в Инсте, в ВК. Спасибо большое за то, что делаете фан-аккаунты. Огромное спасибо, потому что фан-аккаунты иногда вот вы те же видосы выкладываете, там, допустим, что мы выложили, но почему-то они залетают сильнее. И благодаря вам и вашей поддержке мы становимся еще популярнее. Люди такие... Ух ты, что за это? Семейка, да. Да, дай зайду посмотрю. Вот, круто, спасибо большое. Глянь, какого аккуратно довезли. Вау, тут кружка с брелком от глаза и на удачу с подковой, двумя шоколадками. Вау, и, конечно же, чем? Запиской с любовью. Меня заинтересовала коробка со стикером «Стекло». А, реально стикеры. О, стикеры с нами. Вот это вот. Да, 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 мне это тоже отмечали. Прикол. Наконец-то на телефон можно будет наклеить. Клево, дай посмотреть. Да. Это жестко круто, такой стикер забабахать на телефон. Смотрите, какие клевые стикеры. Такой можно забубенить на телефончик. Но вот это, конечно, вообще хиты. Раз, два. Ну, блин, вот это вообще стильно. Вот это стильно, вот я прям сейчас себе заберу. Тканевая маска для лица с экстрактом меда. Если не ошибаюсь, то это детская косметика. Вот просто шнурок, который закрепляется. Браслет можешь собрать, наверное? Нет, нельзя собрать браслет из этого. Может, какие-то руны драгоценные прислал человек в подарок. Мы сохраним это. Напишите в комментариях, пожалуйста, кто подарил это. Что это такое? Только вы на камеру так покажите, что это, а то человек там не видит. Это очень похоже на браслет, как будто собери самого. Нет, там невозможно браслет собрать. Да? Потому что, да, вот эта штучка там, она не отсоединяется. Там, кто знает? Что это? Тут написано было «От Даши и Вари для Васи». Это про «Гусь, обнимусь». Только нашла на пакете, прикиньте. «Даша и Варя для Васи». Передали «Гусь, обнимусь». Кто-то еще передал огромную пачку мармелада. Спасибо большое. «Пират мармелад» написано. Ух ты. Как креативно. Здравствуйте, Лена, Денис, Василиса. Здравствуйте. Меня зовут Лена, мне 13. Я бы хотела поблагодарить вас за то, что вы делаете. Я просто обожаю вас. Каждый вечер я включаю ваш канал, наслаждаюсь и пересматриваю видео по много раз. Вы очень яркие, позитивные и вообще самые лучшие. Я заряжаюсь позитивом в виде вашей семьи. С нетерпением жду новых видео и поздравляю с будущим сыночком и братом. Я очень рада, что вы решили провести встречу, ведь встретиться с вами – моя мечта. Еще лет с 10. И, наконец-то, сегодня, 2.09, она исполнится. Я уверена, что это будет одним из лучших дней моей жизни. Еще раз хочу поблагодарить вас за все. Спасибо, что вы есть. По скрипту. Простите, если немного неграмотно. Колечки делала сама. Для Дениса. Для Елены. Человек-паук. И для Васюши. Покажи. Для Васюши. А для Васюши что? Как талантливо вообще. Какие вы талантливые. Вообще просто. Инстаграм Елена90250. Елена90250. Спасибо большое. Не все, между прочим. Тут еще маска. Маска. Может, причем селфи-маска. Не знаю, что это значит. Ну, видимо, какая-то прикольная. Сияние, сыворотка и маска. И еще тут розовый фламинго, алмазная мозаика. Как круто, спасибо большое. Алмазная мозаика, Вась, нам с тобой тут делать не переделать вообще. Спасибо большое. Поехали дальше. Это я доверяю вам. Так, что это такое? Мяу, мяу, мяу. Тебя я понимяу. А, да, я помню, ребята говорили, не ребята. Сейчас память включу. Да, все, смотрел. Ну, вижу, короче, да. Была девушка. Да. Она мне сказала, что это, чтобы не скучать в дороге, когда мы куда-нибудь едем до Питера или куда-то еще, играть в неудержимые единорожки. Я думаю, что сейчас мы будем дома в это играть. Васька, хватай подарок. Ой, тут есть, смотрите, тут есть жирнорог. Посмотри, знаешь. Достань тебе эту карту сразу. Сейчас опять напишешь. Блин, Дэн, ну что ж такое? Ну что такое, реально, это же твоя карта, зачем ты Лене пишешь ее? Почему мою-то? А что нет-то? Надо, кто сел на сахарную диету. Как красиво, какая черная, стильная Василенсиага, смотрите. Блин, стилек вообще, я такое люблю. Смотрите, вообще, да? Покажите, пожалуйста. Стилек. Ой, как красиво. А кто это? Дайте я почитаю. И тут написано все Василенсиага. Привет, ребята, я Лера из города Тула, делаю украшения из бисера и не только. Надеюсь, вам понравится и вы будете их носить. Блин, спасибо. Круто, украшения. Зайка, тебе все убирать. Украшения ручной работы, бусы. Бусы от Леры, спасибо большое, да, может быть даже коллаб сделаем. Как будто написано бусы. Бусы от Леры. Бусы от Леры. Жестко круто, спасибо большое. Вы крутые, с удовольствием вместе смотрим вас. Будьте здоровы, благополучия вам во всем. Дочь очень хотела увидеть Васю. Собрала для нее самое ценное и решила подарок все равно передать. Надеюсь, Вася поправится. Вася, я хочу, чтобы ты быстрее выздоровела. Самира и номер телефона.
Итак, тут браслетики. Я фанат. Еще браслетик. Конфета. Еще конфета. Резинка для волос с сердечком. Колечко, облачко. Не знаю, что это, но похоже на ластик. Заколка, брелочек, сердечко. Единорожка. Несколько переводилочек. И еще заколочка в виде бантика. Как круто, спасибо большое, милота такая. Самира, спасибо огромное. Какая ты молодец. Так, ну, ты собрала не только самое дорогое, но и самое важное, действительно, самое необходимое, я бы даже так сказала. По традиции финальный пакетик предлагаю вам открыть, Василиса Денисовна. Любимое печенье Елены Сергеевны написано. Мармелад. Орео. Это наклейки. Наклеечки. Записочка. Так как Денис Александрович не ест сладко, то это вам спасибо большое. Вот это стейчер. Ой, это малышу, смотри как. С любовью, Василиса Денисовна, написано шоколадка. Внутри с шарлоткой. Сейчас. Ради такого можно и сахарную диету бросить. Василечек, это для малыша, Бодик. Круто. Спасибо большое. Так. Шарлотка, это вообще что-то супер интересное. Благодарю вас за столь эмоциональное видео. Вы заряжаете настроением. После ваших видео начинаешь верить в любовь. У вас потрясающая дочка. Смотришь на нее и хочется себе такую же доченьку. Открытую, добрую, жизнерадостную. Я смотрю вас на протяжении 2,5 лет на постоянной основе. Это невероятное время, когда ты можешь не думать ни о каких проблемах, а только наслаждаться просмотром позитивных людей. Спасибо вам за это. Желаю вам здоровья и вашим близким мирного неба и вечной любви. Инсти, нижнее подчеркивание, mari.lmv. Ну, очень тяжело. С любовью, Мари. Мари, спасибо тебе большущее. Вообще, очень приятно, блин. Я наперел. Вась. Нет, ты, конечно, можешь как боди носить со штанами, с джинсами, но, боюсь, это будет перебор, дочь. Спасибо большое, друзья. Вы вновь милота и милейшая. Очень милые подарочки. Спасибо вам. Все, здесь цветок огромный. Вы такие милые, что я вас даже с собой, знаете, куда зову? На концерт. Поехали со мной на концерт. Прикольно. Снова я оказался на этом ВК Summer Stage. А сегодня здесь будет мероприятие, где будем мы. Закрывать все будет хедлайнер Марат сквозь баб. Еще будет Куруч, по-моему, бро наш. Мой. И мой бро тоже. Так что сегодня будет веселое мероприятие. Опять без девчонок, блин, они тоже болеют. Так, ну что же, самокат забронирован. Финальные летние денечки, еще погода хорошая, можно покататься, кайфануть. Саундчек закончен, еду к девчонкам, а потом выступать. Можно печенье? Да, ему можно. Ему можно, можно, да. А ну можно печенье туда? Ну ладно, одну. Слышишь, камеру выключи, ты запретишь. Ну иди, со стикером не работает, да, не видно стикер. Только если вот так снимать. Наоборот, белая. Ну как? О, не работает. Моя идея провалилась. Так, пацаны, короче, нашли замену Василисе. Состав не меняется. Это вместо Андрея у нас. Он вместо Артура будет. Ямакан. Ну что же, мы готовы, мы сейчас идем выступать уже. Собственно говоря, вот, больше ничего рассказать, да? Я жирная стала. Что? Утягивающие штаны на мне. На мне трусы утягивающие. В этой гримерке нет никого, у кого нет утягивающего белья. Мы все в одной лодке. Все в одной утянутой лодке. В общем, группа «Хлеб» идет выступать. Снимать ничего не буду. Полина, ты сможешь чем снять какой-нибудь кадр? Все, снимем. Снимем вам, обязательно увидите сейчас концерт. Я купил себе 20
Ой, все, у меня голос сорвался. Короче, я дома, уже домой приезжаю, сейчас буду ужинать и Бэнки. Хлеб легенды, вообще группа просто, не знаю, кому как, по мне легендарная группа, после легендарный концерт. Хлеб Фэм еще фейражили, короче, просто невероятно. Маловато было, но было невероятно. Бриллиант. В Москве и в Питере просто бриллиантовые концерты. Спасибо большое. А другие города мы пока не ездим. Ну, скорее всего, вообще не будем ездить. Вот, потому что приезжайте в столицу.